Есть люди очень перспективные, очень активные, болеющие за свой город, за его развитие. Конечно, как и в любом другом городе, или мы говорим уже о организме, есть и недостатки, есть и, может быть, паразиты, так называемые, люди те, которые, мягко говоря, не так любят свой город, как остальные, и от этого сложности, конечно, общая картинка портится. Но в целом, конечно, разочарование нет. Я заметил, тем не менее, часть людей все же вот эту изживенческую привычку, что придите уберите, придите отремонтируйте, придите сделайте, не изжили. Но вот я наблюдал, как вы ездили по различным предприятиям и общались именно с наиболее активной частью табаляков. Вот в этом отношении есть потенциал в табаляках тех, кто сегодня свое дело ведет? Очень серьезный потенциал. На предприятие же ездишь не ради любопытства, конечно же, прежде всего, там знакомство с предприятием, но ты посещая эти предприятия, уже понимаешь проблематику этого направления, что необходимо для того, чтобы было лучше. Для увеличения рабочих мест, прежде всего, это самый серьезный вопрос, занятость нашего населения и уровень заработной платы. Второе, ты должен понимать качество производимой продукции. И сегодня мы уже наконец-то подошли к этому вопросу, где качество это прежде всего. И пускай оно будет дороже, но ты знаешь, что это будет служить дольше, и продукция это будет востребованнее. Поэтому предприятия достаточно перспективны. Мне нравятся руководители, общаюсь просто с рабочими на предприятии. И в общем уезжаешь с предприятия. Позитивными. Конечно же, голубого неба, мира в семьях, стабильности, и в этот день хорошего настроения. Спасибо.